В общем, я на Нововоронежском водохранилище пытаюсь ловить рыбу. Мест вообще нету. Здесь вот какая-то коряга. Вот кое-как мы тут нашли местечко. Тут я не понимаю, тут какие-то вот гаражи. Какие-то вообще, что это такое, вообще непонятно. И мест вообще нету. Просто все рыбаками усеяно буквально. Как тут ловить эту тилапию, я пока не знаю. Там есть чуть дальше место, вот, на котором можно забросить. А больше тут, в принципе, пока никаких, в общем-то, событий не происходит. Потому что я закинуть не могу далеко. Потому что здесь бревна. Гора бревен. Вот и все. Вот и тилапия. Будет ли она здесь? Мест вообще нету. Сижу на каком-то непонятном обрыве. Тут сзади деревья вот нависают надо мной. Такие классные. Готовы рухнуть каждую минуту. Кусты тут какие-то кругом. И пока никто не хочет клевать. Кое-как закинул вот тут донку и удочку. И все. И что-то пока я не вижу никаких движений. Ну что-то там, я не знаю, разок тюкнуло. Но я даже не знаю, как клюет эта тилапия. Клюет ли она вообще? Ну, люди, я насколько видел, и на поплавочную удочку тоже ловят. То есть она близко уже к берегу подходит. Видимо, вода прогрелась. Ну, вот пока что-то как-то никого. Хорошо, что хоть тепло. Первая маленькая тилапия. Ну, она клюнула у меня. Какое счастье. Наконец-то я ее поймал. Сейчас двух сразу вытащил. Пришли они. Пришли. Начали дергать. Жаль, я удочку оторвал. Ну, ветки тут вообще неудобно. Не забрасывать ничего. А вот на доночку, на коротенькую, вообще милое дело. Поклевывает, поклевывает. Странная рыбка. Надо ей давать поклевать, похоже. Так подсекать вообще не получается. Вот, 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 вот. Опять что-то происходит. Начинает подергивать. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот она, вот она. Вот, 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 вот. И несмотря на это, вот не поймал, не подсек я ее. Значит, надо еще дольше давать поклевать. Сейчас попробую вторую донку поставить. Не знаю, что из этого получится. Вот, вот она опять сдвигает аж. О, о. Вот. Вот. Мелкая, что ли, дергает, не пойму. Ой, видите, что творится. А вот и она, покрупней. А дергается обалденно. Вообще. Здравствуйте, я ваша тетя. Еще одна клюнула. Ну, небольшая, конечно. Но дергают они тут весело. Вообще, такого клёва давно не видел. Это очень весело. Клюют они просто бесконечно. Сейчас я засниму сам процесс вылаживания, скорее всего, этой удивительнейшей китайской рыбки. Ну, видите, жалко, что не крупные. Но клюют отменно. Отменно просто. И бесконечно. Вот она, какое обширное Нововоронежское
водохранилище. Да, тилапия тут клюет вообще отлично просто. Я сегодня половлю, ну вот 2 часа, ну уже там, не знаю, ну штук 20, наверное, я поймал. Сейчас еще полчасика половлю, потому что уже ехать надо. А так вообще просто шикарный клев, шикарный. Вот, рыбка покрупнее попалась. Колючая, могучая, никем не победимая. Жалко, конечно, уезжать. Клюет тут вообще просто потрясающе, я бы сказал. Больше никак. Но ехать надо. Ну вот за 2 часа там, я не знаю. Сейчас я вам покажу. Ведро сниму. И покажу вам, сколько поймалось. Первый час вообще не было клюва, а потом вот за час, можно сказать, наловилось, я не знаю, штучек 20, наверное, рыбок. Вот, можно сказать, за 2 часа. Ну, не знаю, штучек 15, может 20. Хорошая рыбка. Поймать тут можно практически в любом месте ее. Клюет на все подряд. Ну, на червя, на опарыша, я имею в виду. И хорошо клюет. Дергает вообще шикарно. Ну что ж, могу сказать, что разведка удалась. Тилапии тут много. Ловить можно. Люди, кстати, поразъехались уже, в принципе. Так что можно место даже получше найти, чем я сегодня.